приветствую, друзья. Есть такой сервис «Лидер пиара», о котором я рассказывала полгода назад. И по моей просьбе сделали тариф чуть попроще. Тарифы теперь у нас 200 рублей в месяц и 400 рублей в месяц. Чем они отличаются? За 200 рублей в месяц подойдет для сетевиков упрощение участия в ротации. То есть вы добавляете в ВК не 20 человек, а 10 человек. И в ответ вам просится столько же. Реферальное отчисление со всех 10 уровней. Возможность добавиться в VIP-ленту. Вот она, VIP-лента. И опция топ-контакт, вот с левой стороны. Тариф VIP, что я рекомендую. Подойдет для продвижения и заработка. Прирост подписчиков в ВК без прохождения ротации. То есть к вам будут сами приходить в друзья. Вот, друзья постоянно будут проситься. И вы их можете просто смело загонять в подписчики. Вот так, как это делаю я. И подписчики, и друзья также будут видеть ваши новости, стримы, истории и так далее. Вот у меня 25 тысяч подписчиков и более 5 тысяч друзей. Дальше. Реферальное отчисление со всех 10 уровней. Возможность добавиться в VIP-ленту и опция топ-контакт. У меня на балансе из заработанных реферальных сейчас 230 рублей. И я буду покупать тариф за 400 рублей. Мне надо дополнить его до 400 рублей. Это у нас 170 рублей. Я нажимаю пополнить. 170 рублей. Вообще тут рублики надо указать. С киви. Ну, вы можете выбрать все, что вам нравится. Продолжить. Перейти к оплате. Кстати, выводила я тоже на киви кошелек свои реферальные. Авторизуйтесь в своем киви кошельке. И переводите на номер кошелька получателя, комментарий к переводу. И выбираете способ оплаты. Вот у меня рубли. И оплачиваете. Подтверждаем платеж смс-кой. Нажимаем продолжить. И платеж у нас проводится. Платеж у нас проведен. Теперь мы будем покупать VIP. С вашего реферального баланса «Лидер пиара». Подтвердить оплату. Все, VIP на один месяц. Теперь мы добавляемся в VIP-ленту. Для этого жмем «Попасть сюда» и вводим цифры. Успешно добавлены в VIP-ленту и топ-контакт у меня с левой стороны. Теперь ко мне будут друзья идти автоматически. Всем пока. Ссылочку на «Лидер пиара» я оставлю под видео.